Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня слушаем звуки старого города Сан-Диего. А поскольку это бывшая территория Мексики, а Сан-Диего и сегодня вплотную граничит с Мексикой, конечно же, это будет мексиканская музыка. Тем более, что очень популярное место Фиеста де Рейес – это не только звуки, а еще и прогулки, покупки, рестораны. Это очень интересное место. Оно находится в центре старого города. И вечером тут особенно интересно, потому что в середине работает ресторан, вокруг сувенирные магазинчики. А вот там, на этой сцене, там играет обычно мексиканская музыка. Тут под звуки музыки можно получить полный комплект удовольствия и отлично провести время всей семьей. Слушайте музыку и смотрите, что американцы, мексиканцы и туристы тут делают. Необыкновенная, очень колоритная. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Будьте активны и будьте здоровы. Ваша Зажигалочка.